Привет вам! С Днем Победы! Поздравляем всех трудящихся и победителей! Сегодня у нас в Пушкино плюс 18, наконец-то дожала погода. Красная смородина вся рясно цветет. Вот, немножко ирга начинает белым пушком покрываться. Яблонька еще не распустилась, но проснулась. Солнышко хорошо, птички поют, а мы тут трудимся немножко. А, вишня еще зацвела. Вот она, красотка. Ну-ка, будешь показывать? Что-то не хочет. Тюльпанчики тут распускаются, такие высокие. Тут красные, а тут вот желтые. Еще гиацинты радуют. Но уже не так пахнут насыщенно, как недельку назад. Тут вот тюльпанчик какой-то махровый распустился, голландский. Красавец. Ну, так, работы полно, так что будем заниматься. А, вон еще нарциссики проснулись. Ну-ка, вас посмотрю-ка, коротконожковые. Ну, и коротконожковые. Ну-ка, дайте вас понюхать в экранчик. Вот какие вы, красавцы. А тут вот махровые распустятся через недельку. Розочка мамина тут. Топорщица. Тут вот тоже ее надо немножко раскрыть. Вот такие вот будут махровые тюльпанчики.